Привет! Вездеход прибыл на премьеру мультфильма «Турбо». В нем рассказывается об улитке, мечтающей стать знаменитым гонщиком, и которая совершенно неожиданно получает возможность передвигаться с невероятной скоростью. Девиз мульта звучит как «быстрее, еще быстрее». Так давайте, не мешкая, переместимся в кинозал. Итак, впереди новая чудесная рабочая неделя на заводе. Привет, Чет! Привет, Фил! Что ж, очень жаль. Я мечтаю стать быстрым. О, нет. Далеко ваш дом, да, садовые? Я всех сделаю. На старт! Меня зовут Турбо. Мне бы такое имя. Он такой быстрый, что мир вокруг будто в замедленной съемке, детка. Скажи, пожалуйста, тебе понравился Турбо? Да. А чем он тебе понравился? То, что красивый мультик и... Что тебе больше всего понравилось? Как он в гонке участвовал и не сдавался. Яркий. А ты бы его еще раз посмотрел? Да. Очень, очень понравился, очень позитивный, просто безудержный какой-то, море эмоций, море положительных эмоций. Я всем советую, особенно родителям с детьми, и всем идти на этот мультфильм. Какой момент самый-самый любимый? Когда в конце они все стали вот такими быстрыми. Мне 25 лет, и я сидела точно так же, может быть, как ребенок, и радовалась, переживала, сопереживала улитке. А у вас есть какая-нибудь тоже мечта, большая-большая, как у Турбо? Ну, у меня есть мечта стать художником. Там же Snoop Dogg сделал саундтрек, это вообще круто. Так что всем, всем идти на Турбо. Вот для ребят, которые вдохновляются этой историей, которые этот мультфильм примут так, как надо. И вот мы с просмотром. Мультфильм получился хорошим, добрым, веселым. Реакцию детей можно было слышать в зале. Они смеялись, они поддерживали. После фильма их рецензии были довольно положительными. Поэтому я думаю, что сходить обязательно стоит. И... С вами была Ася, специально для Gonza.kz.